Ой, не того ударил. Так, а что Зевс в харде, лол? Придется стеканыч взять. Наверное, потому что оно ж будет фармить своими молниями. Ща куплю стик. Дазл убежал, помогать мне фармить некому, поэтому половину крипов будем всирать. Сдунайть. А этого можно сдунать, Дазл. А Дазл с камерой тоже. А. В принципе, не удивил. Все верно. Постоял, постоял. Он мне, в принципе, не нужен, я против Зевса стою, но все равно, нафиг он-то вообще тут был. Так, что у Зевса по мане? 100 маны. В принципе, хотя бы фармить буду. Меня уже это радует. Просто обычно я на спектре на легкой линии не фармлю никогда. Я стою и снимаю на камеру, как фармят враги. Поэтому я уже доволен. Камни ему дай, и убьем. Не, фарм пошел золотой, правда, что Дазл пришел, я не знаю, я бы то же самое, так же бы стоял и фармил против Зевса в соло. Дазл, ты мне особо не нужен. Типа ты экспу воруешь. Пойди на отвод, что ли. Просто Зевс, пока у него аркан нету, всякой вот этой вот шелухи, восполняющей ману. То есть он для меня изи. Никак он мне не помешает фармить. Харасить он меня не может. Просто фрилайн. Пойду сейчас в фейзочки возьму себе, что ли. О, табнулся нормально так. Воду монослед. Стрим. За тобой выполнение зарубы. Я отдыхаю. Чату удачи. Спасибо, Пужвод, за 666 рубчиков. На следующем стриме возьмем Дума. Надеюсь, повезет больше. В этом плане. Спасибо огромное. Ну, не убью, наверное, да? Да, надо фейзы купить. Катапульту задынаю. Бля, на фидель куры, да? Так, все, пойду за фейзятами. С фейзятами уже можно... что-то замутить, даже кого-то подубить. Если повезет. Правда, нужна мана, опять же, но есть 9 стеканов. То есть, если что, нажимаются стеканы, мана появляется, и можно будет пойти пробовать деда убить. Дед, по-моему, на базе побывал.
поэтому он так дерзко колдует. Нормально. Можно сейчас убить Зевса, Дазл, если ты как-то выйдешь в спину и дашь мне вижен. Ну, там надо будет что-то кинуть, первый скилл, который ты замаксил, и он наш. Ну, если там, конечно, тэп-аута не будет, но мне кажется, не будет. Вот, он тут стоит. Выходи, давай первый скилл. Ура, сдохла, я слышу. Бля, чё? Не, сейчас он далеко, далеко, очень далеко, я не буду. Что вы делаете, ребята? Вы чё, блин, ну и нахуй, блядь. Где Кура? Глин, что случилось с курицей? Алло, бустер. Похау, блин. Понял тебя. Нормально. Бустерочек. Ну там, блядь, тут кинет, походу, нахуй. У меня тип Bounty Hunter с 4-й пачки центре приходит. Товар, ты 26-я семейка. Так. Я смотаю, не помню. Да, второй раз умерла. Понял. Она второй раз умерла, да, разве? Да, да. Понял. Найс. Он перепутал, кто на миде стоит, понимаешь? Да не, постой, постой в моей шкуре. Поймешь, блядь, стали. О, уже бежит. Бежим отсюда, тут этот душещипательный дух. Сейчас Кайлы бы. О, да тут все. Не, по-моему, он узнал, кто все-таки тут это, стример. Вроде. Ребят, могу на Свена прилететь. Будем? Начните. Начните, прилечу. Правда, Омника мана есть. Начните в Свена, плиз. Здесь я возьму Бруну, пойду начну. Ну ладно. Ну давай. Его похилили уже, надо что-то кинуть. Пиздец. Ладно. Все, ребят, все, я все. Да, да, пошли. Что случилось? Опа. Ну давай, там. Бля, короче, какой-то... утонул, я понял. Вот он. Угу. Плохая идея бегать дом. Согласен. Не очень хорошая, согласен. Ребята, а что у вас в лесу не получилось? Вас развели в лесу? А Инча что делает? Бля. Ну, знаете, уже даже смешно просто. Что сидя за день? Как это так получается? Я не знаю. Братан, иди отсюда, пожалуйста. Иди, помогай, блин, убей кого-нибудь. Все, я, короче, это, урну купил. Не покупайте урну никто, пожалуйста. Да, да. Земель, я умер. Это просто, он, блядь, тут поставил, блядь, фиданул. Так, Свен, ага, качается. Ну ничего. И в нашей хате будет праздник. Так. Так. Да. Миди что-то. Ладно, я буду качаться. Дазл, ты мне не нужен, опять же. Пойди там, спаси, вон, темпларка на миде умирает. Сывани ее. Земелья снова сдох. У земли 0.4 уже, я надеюсь, там. Примерно, да? А нет, 4 фрага, 0.2 у него. 0.2. Хорошо. Ну что, SF бустер получается? У него хаста встроенная. Да, понял, у него 2.02. SF бустер. Нет. Да он не бустер, бля, просто наши саппорты, бля, такие. А. Так это в нас проблема? Тут Зевс и Баунти Хантер в миде. Не, не отмазывайся. Не, ты бустер, ты должен один у всех выигрывать. Чё ты мажешься? Ты должен сам тащить. Я такое в чат не пишу. Я такое в чат не пишу. Нет, ты сам должен тащить. Алло, ты бустер. Давай-ка соберись. Сам же таких бустишь там. Ну, блин. Одна смерть, так ты ничего не решает. Нет, всё, слил мид. Депо.
Так, а я сегодня убью кого-нибудь, нет, ребят? Успокойся, помогите мне убить кого-нибудь. У Зевса 800 хп и косарь маны. Почему-то мне кажется, что он от меня убегать не будет. Что он просто встретит меня болтом, потом еще одним болтом, а потом я в таверне буду. ВСФ, он тут, тут две БХ, тут, ребята, строят. Да. 4-8. Я, если чё, прилечу, ребят, вы же меня знаете. Да, мы тебя знаем потом. О, привет. Давай. Я еще прилечу, Давай, лети на него, хлоп. Шарку. Что-то, по-моему, не... А, не, нормально. Ну, все хорошо, я взорвался. А ты будешь тащить или нет? Я не пойму. Нет. Понял. Не, он не будет тащить. Не, ну, он в принципе, будет. Втроем на СФ, я считаю, это нормальная тема. Ты подошел в упор под ультимейт, тебя взорвало. Я понимаю, но я хотел денег. Я тебе пушок закинул уже сегодня денег, хватит? Не, я денег хотел просто. За него много платят. Я посмотрел, у него там статистика хорошая. Морщика, блядь, вам её выгнать. Чё ты говоришь? Пикают, блядь, ёршика, блядь, вот, долбоёб. Да у него всё нормально. Чё ты, он игру втащит ещё, ну. Да я не верю уже. Не верю, говорит. Верить надо. Сейчас барабаны, потом сделаю себе какой-нибудь дезолятор, хотел сказать. Диффуза я имел в виду, конечно же, чтобы снимать репел. Привет, это снова я. Все, хорош. Прилететь. Подождите, ребят. О, меня кентавр палит. Да, да. А, тут еще и Вижен стоит. Алло, пацаны, вы что, задры? Понимаете, они с Виженом играют еще. Свен. Алло, откуда тут Вижен? Или это Зевс верхнюю дал, и он меня увидел просто. Задроты. Земля, но... А, Зевс под репелом, но там стрела, я слышал. Копьё, точнее. Нормально заходит.
Да, 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 я видел. Надо обещать деньги. О, пойду подерусь. Барабаны всем дам. О, иди сюда, всё, негодник. Подоставь, давай, давай, давай. Этого тоже. СФ. Давай, есть замедлить? Нет. Давай, как давай, нет? Давай, блядь. Кто это? Махмед, Магомед, блядь, давай. Ой, все, мне пизда. СФ, а СФ убьем, не? Да, давай, 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 ну, давай, сейчас атакуй, дам. Блядь. Хорошо, а там Зевс еще. Все, команда, я сдох. Все, команда, я сдох. Подожди, так, вы... Бля, всем похуй, братан. Короче, почему они все за мной бегают? Отстаньте от меня! Уже сбегаются все. Мухи. Бля, мне не барабанули сюда, то погоди. Опять же непонятно, можно таких хотя в радик это такое себе идти уже. Сейчас посмотрим, может сразу диффуза сделаю, а может быть, я не знаю, может, если все будет хорошо, можно даже в радик выйти. Но опять же, это при условии, что он будет на 21. Но сейчас я смотрю на свои бабки, я понимаю, что, ну, это в принципе нереально. Это реально только если я пойду в драку и стырю там трипл килл какой-то под стилю. Может быть, башню какую-то подубью. Ну, посмотрим. Диффузов все равно пока нету. Сколько там они стоят? 350. Давайте пока на них настроимся. Свен Яша, Саша Яша будет стакает. Свен стакает лес себя. Ребят, не бобо. Давай. Давай. Ну я дал на развороте, там не на развороте, что-то дал ему. Короче, за мной сейчас команда просто вся пришла. Хотела меня убить. Даже не выйдет. Катапульта стоит. Я нет, я не буду радианс фармить. Я это уже давно понял. Что такое? Что ты меня там хочешь вылечить, но меня сейчас убьют. Вот, вот я умнику дал меч свой и пошел. Меч, нож. О, курьера убил, от нервца. Стрей, что думаешь про пака с Радиком? Вопрос из чата, слишком глупый вопрос.
Так, это Dazzle, да? Такой левел. Я больше не очень буду играть, нахуй, пиздец. Ну ты это, решил крипов пофармить еще. Да, да, моя. Ну блять, бордов нету, братан, смотри, сам как карты. Пиздец. Ни хрен не видит. Ну а мы не можем драться, земеля. Мы просто не можем с ними драться, опять же. Поэтому надо сплитпушить. Правильно. А я не могу сплитпушить, поэтому я фармлю лес. Все очевидно. Изи ты два для меня. Да блин, големы, ну вообще не хочу их фармить. Големы такие мерзкие. Их очень долго убивать. Давай. Тарашан, походу. Да нет, они просто в наглую ломают лицо на миде. А, курица сдохла снова. Хотя, опять же, я не знаю, стоит ли делать диффуза, может вообще радик сделать. Но опять же, от радика... Кто будет снимать репел? Ты думаешь, они на Рошане? Свен на топе был. Сейчас кину даггер. Не-не-не, вот так. А чё трапы на Рошане нет? Её разбивают. Сейчас постоянно туда приходит разбивать? Нет, он один раз сделал, а потом я забыл поставить, сейчас. Понял. Ну я дагер кинул, их там нет. Всё, тут да, еще БХ в инвизе убежал. Аккуратно, нажми рефракшн, да, что-нибудь, да, может скрыть. Нет, уже нажал. Нет рефракшн. Понял. Но он даже тут, даже... может быть. Холосты, нажми хил, а. Слушай, гоу, прошла на быстрее. Давай. Я лагаю. Да стоп. Да толку, ну, какая разница. БХ, БХ тут, БХ тут, вот он. Дебил. Вот это он и дебил, конечно. Ну, тип прожал сначала инвиз, а потом супер тап. Сейчас бы КБшку, пизда. Ну, с даггером поприятнее уже. А то я вначале неправильно сыграл. Давай сам пивок, да, тут, блядь, саппорт ухуёвый. Всё, быстрей, на базу, пока жив. Дайгер кидать, все что угодно, ну, лишь бы дожить. Да, братан, все, ребят, я на базе. Не знаю, я надо ставить, блядь, не держать. У меня Эгги с Мидим будет, можем потратить сейчас. Можем убьём, десеп убьём? Нет? Да, я... Всё. Я под треком. Да, всё, я сдох. Нельзя так драться, хлоу, вы должны стоять за товар. Только у вас когда... есть, мы все видим же, конечно. Да не в вардах дело. Дело в том, что вы стали под Т2, вас поймали очень легко. Дазл тоже решил. Mm-hmm. А как это так сегодня весь день получается? Че такое? А че вы сдохли все? Вы живы были. Да, это, бля, моя беда.
Блин, я уже думал, наша кура в атаку пошла. Ну я на ульте приду, ребят. Там делайте что-нибудь. Как будет в момент, я приеду. Давай, давай, давай. Можно тиммейт, я сам не пойду по. Я тоже эй, сам не пойду. Ждем, пока все воскреснут. Если что, отдаем бараки, я не знаю. Не-не, ни в коем случае. Нам можно отдать, бренжевой. У нас же Олеги. Давайте, гайд, я фрик. Давай, я готов лететь. Разминай пока. А, не слышно. Сейчас они меня все скидывают, лоу. Все нормально. Сейчас я выскочу. Все нахуй. Ну, ребят, я дерусь до талого. Так-то. Все, красят. Этого тоже. Давай. Антошка тоже, блядь. Замечательно, вот и все. Все, по миду можно пойти. Надо все. Не, все-таки спектра жесткий герой. Просто один радиант покупаешь, и ты становишься убиватором. Стилатором, я не знаю, кем угодно. Есть просто с одним артефактом. Я уже вижу. Я вижу эту тварь. А оно все кулит, если хочешь убить. Бей, Савуха. А давай дальше. Чё ты не идёшь? Побить чуть-чуть. У тебя ж блинк есть, я слышал. Да-да-да. Это я бояться должен. Все, я уже боюсь. Чё, мне гейм купить, ребята? Я не знаю, смотри сам. Просто он если ты пойдешь и отдашь его, то не надо. Да, из-за этого я говорю, блядь. Если ты его дашь темпларке, то может быть надо, но опять же, не знаю. Ну давай, я могу. Темплар, хочешь? Нет. Все, сейчас нормально, сейчас диффуза будут и репел уже буду снимать. Наконец. Уйдите с мида, пожалуйста, устраиваем сейчас, он просит так же, как в прошлый раз. Встаньте на хайграунд или спрячьтесь денег, чтобы вы слишком легкий мешать. Может, байбек есть? А, тут одна вообще? А, все есть. Ой, хорош. Бля, они не отпустят, ребят. Будем дойти? Нет. Зевса убьешь? Я убью кулдаун. А, у него этот, у него форстав, забей. Я не хочу ульту тратить. Ну ладно, сам. На топе убиваем их, их два. Блядь. Трейнер, лети сюда, лети. Все нормально, не ссы. Играл пару раз. Давай. Ты. Все, ой, хорош. И дальше пошли. А, родняк, да? Все, изи, блядь. Сейчас я его поймаю, слышишь? Мне надо рефракшн. Понял, давай. Пусть покажется. У него форстаф есть чуть. Че, скуда? Куру убили. О, больно. О, ну йо, я йо, все, йо, в принципе, йо, понял. Йо, йо, йо. Ну там что-то сильно. Зря мы пошли. Да-да, что-то там Свен откуда-то взялся такой рез. Вон Свен на один удар. Добейте, пожалуйста. Ну почти. Я боюсь, брата. Не-не, все. Блин, я думаю, диффуза взять или что-то на здоровье. Потому что, блин, с одной стороны, диффуза это хорошо. Убивать всяких. А, тебя нет. Дай ему яд, лоу. Вот, с одной стороны, диффуза это круто, но с другой стороны. С другой стороны, без Тараски тут давай, очень тяжело. Давай, уйди с
Я жду тебя, ты не бойся. Все нормально. Я дифуза куплю, буду без байбека. Только тогда не подставься, если ты был бы. Да я на низ вообще пошел качаться. У меня через я байбек. Хорошо, я ворвусь на ульте, когда вы начнете войну. У нас глиф еще есть. Давай, Лука. Я сниму репел. Земля, ты должен инфицировать. Все нахуй. Бустанчики есть там, блядь? Мы только двоих забрали? Да, чуть мало. Ну ладно, Свена забрали и все, можно по миду пойти. Они без Свена драться вообще никак не смогут, им нечем драться с нами. Просто, только главное не бояться земеля. Прыгай, если что, прям на зевсов, на эсфов туда и катай. Ну, я не боюсь, блин. Без Свена они ноль. Так-то. Ну как? Теперь я без зомби. Блин, барабаны закончились. Так. Я убил сразу Оника, чтобы он, сука, недавно купил. Да-да-да, ты красава. А где наша пачка с крипами? Никто не видел. Понял. Ну, да не все рефлюсь, мне кажется, мы сейчас... Да, все, надо уходить, все верно. А чё трапы нет на Рошане опять? Так ура, сдохла. Привет, Глеб. Мне интересно, он больной или что? Просто это зритель. Он хочет убить куриц. Там летел? Я его ненавижу. Там летел, манка ставил. Что по поводу Рошана? А, все, понял. Нет. Давай, чип чисто идет нам по Т3 убить курьера. Чик-чик-чик-чик. Это не зритель. А, это зато, не зритель. Зато ну, понятно, кто зритель. Куплю. Да. Тогда это просто больной. Вот поверьте мне, вот просто нигде нету. Ну, если нет ни на одной из линий. Да, Зевс ультанул для Вижена, поэтому сидите на базе. И, кстати, вот аккуратно Дазл, они могут прям сюда зайти. Он трапа убил. Только что, по-моему, Тихантер убил трапа на Рошане. Ага, ну все, норм, мы знаем, Бионер. Главное, чтобы меня не взяли. Я не знаю, что купить, типа, наверное, хэштрафт, потому что мне башня. Не знаю. Может, ты Дейдалус возьмешь, что просто с пиздюли СФа убивать? Ну, сейчас сначала Аманту докуплю, которую в Фурии умерла. Аманта зачем? Тот же всякий стан, Свен. Уходить надо отсюда. И надо что-то. Можешь как-то трапу в крысу поставить, неважно, хоть на полсекунды, чтобы понять, что там происходит вообще. Просто мы ж бустеры Рошанов не записываем. Перетягивайте сюда, или можно. Я на ульте, Дазл, ты со мной можешь не ходить, Дазлевич. Чё он здесь, Найс? Так, я вот чисто сейчас за курьером пройдусь, потому что мне кажется, что он уже возле лавки стоит, да? Если сейчас курьера... А, нет, он... Ну что, будем воевать? Ну, вот, Зевс ультует, чтобы понять, что происходит.
Ребят, просто если я первый влечу, я там и останусь, вы же понимаете. Да? Они точно должны быть на Рошане, кто там? Или это слишком тупо Зевсу? А, у них крип стоит. Нет, все. Там СФ заходит, что-то мутит. Я на миде, короче, пока. Есть центр? Mm-hmm. Бей, бей, стрей, там никого нет. Mm-hmm. Да я подожди, подожди, все нормально. Блин, стрёмно на самом деле, потому что там Свен на плимке. То есть как бы он может сделать ТП куда-то на фонтан и потом просто прыгнуть и дать мне болта в лицо. Это будет очень неприятно. Да, уходите, хлоп. Ой, ой, как же что-то все вообще боль. Дерись, хлоп, они за мной бегут, стрей. Подожди. Ну что, все сдох? Я снял репел при смерти. Убивай всех. Убьете его? А, не, нет. Или да. Да. А го по миду, ребят. Или вы Рошана хотите? Там просто мид бесплатный. Я разведу на ББ. Я разведу. Давай. А миду, да, Рошан. Да, Серёг. Да все нормально, ничего страшного. Все хорошо. Драку выиграли и норм. Я вообще и забыл, что у меня дазл в команде. Тебя зовут Олег? Давай не сразу. Так, не, идите на топ, там башня коцаная. Пол хп у башни на топ. Мана нет. Понял. Что у меня 7 косарей? Так все, купи себе что-нибудь. У меня 4. Ген, заберите у меня. Земля. Продай щит, пожалуйста. Так, сейчас стеканы продам. Земля. Тарасян за 5500. И можно. Ну вот не хватает как раз Тараски, потому что 1662 хп это как-то несерьезно. В такой драке. Очень несерьезно. А вот была бы Тарасочка, уже бы вообще не умирал. Дерите из меня, Ориги. Они, скорее всего, Рошана будут болеть. Давайте дальше его да сейчас Тараска будет, и можно уже драться. Вообще свободно. Сколько тебе там Тараска? Да, осталось вообще, вот они, големчики мои. На Тарасочку. Смотри, что челик на БХ сейчас курьера убил. Ну, не надо курьера убивать так-то. Все, жадность это такое, надо убегать отсюда. Тихо. Не убивай куруток. Все, ребят, я готов воевать. Только я на топ пошел, ну, от души. Я прилечу на ульте. Надеюсь, их на топе нету, пятерых там. Так, кентаврики бегают всякие. Ох, сколько монет насыпали. Рошана, ребята, вы не хотите Рошана зайти в наглую? Пойдите убейте его, алло, я прилечу, всех убью. Чё вы там эти? Бегайте. Чё вы здесь? Пойдите. Пойдите убейте Рошана. Иди сюда, слышишь, тебе надо продать. Я возьму Аегу, не волнуйся. Я приду сейчас, я возьму Аегу, я возьму Аегу. Бейте Рошана. Я возьму, не волнуйся. Чем быстрее ты это сделаешь, то лучше. Всё хорошо, иду. Я возьму, ребятки.
Ну ты не успевай, братан, все, все. Не успеет. Все, поехали, это наше уже. Так, омник не успел. До свидания, ребят. Давай. Вот. Это кто еще? Вот, пидорас. Как твои дела? А Vision есть? Пол. А, нажали. Вот, как? Ну ладно, все, пойдемте просто трон и все. Забейте на бот и так далее. Давай, спасибо всем за... Да типа надо было раньше идти и драться, потому что как только Тараска появилась, они уже все, не опасны. Mm-hmm. Гол трон сразу. Идем, 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 идем. Давайте трон, темпларка, иди. Все. Пошли, дружище. Почему не крылья? Давайте, ребята, спасибо за игру. Спасибо за игру. На самом деле мерзкие игры какие-то. Да, да, не говори, блядь, хуёв. Это потому что ты дал, блядь, не можешь играть. Так, ну что?